Ребятки, всех рад видеть на своем канале AndroHacker, случайных пользователей и те, которые подписались на мой канал. И сегодня я вам расскажу, как очистить вирусы, как избавиться, точнее, от всех вирусов на своем мобильном телефоне. Это никакая не реклама, этим способом я пользуюсь уже давным-давно и просто хочу его посоветовать и вам. Дай-ка и вам, он поможет. Значит, никакие там я не буду советовать сайты, телеграммы, где эти антивирусы взломаны, а потом от них только проблемы. Значит, что я делаю? Я захожу в Play Market, всеми хорошо знакомым, и пишу антивирус. Вот здесь, вот в поисковику. И здесь у меня куча антивирусов. Я вам хочу сказать, что можно установить абсолютно любые. Я установил себе Доктор Веб, он уже проверенный, стоит он у меня и на компьютере. Пользуюсь я ним давно, он тоже бесплатный. Есть и Касперский, есть и Авасты. Здесь, в общем, как вы видите, очень большой выбор. Все вы можете устанавливать, не бойтесь. Ну, хочу сказать, что его не нужно держать, потому что он очень грузит операционку вашего телефона. Просто нужно раз в месяц хотя бы его скачивать и проводить полный, так сказать, полную чистку на вашем мобильном телефоне. Захожу, скачиваю, нажимаю «Открыть». На него больше 10 миллионов человек скачало. Лицензионное соглашение принимаю. Разрешаю приложению доступ к фото, мультимедиа, хотя не знаю зачем. И, значит, здесь есть полная версия, есть как бы обычная версия. Нажимаю «Сканер». Быстрая проверочка. Вон запустилась. И он сейчас быстренько будет проверять мой телефон на наличие вирусов. Сразу же, если какую-то угрозу он найдет, сразу же она у меня вот здесь будет отображаться в нижнем углу. Я ее могу сразу же и удалить. Делаю я такую чистку раз в месяц, как я уже говорил, и она очень и очень хороша. Потому что, как показывает практика, на нашем мобильном телефоне, что бы мы ни делали, все равно какой-то вирус да и найдется. Так что пробуйте такой способ, очень хороший. Доктор Веб я рекомендую, потому что он проверенный. И если вы вирус какой-то обнаружили, сразу удаляйте. Потому что приложений очень много. Я для вас каждый день снимаю какие-то видосы, показываю то или иные. И думаю, что вирусы, как бы я ни старался обойти, они все равно находятся на моем устройстве. Как вы видите, уже 70-65 тысяч файлов проверено и пока угроз не обнаружено. Вы же напишите, сколько угроз нашел он на вашем устройстве, мне будет интересно почитать. Вот такое вот видео, думаю, оно познавательно для вас будет, и вы воспользуйтесь и моим способом по очистке телефона. С вами, как всегда, был AndroHacker. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ставьте, нажимайте на колокольчик, и всем приятного просмотра. Пока-пока, друзья.